Об этом вы не знаете, но так оно и было. Отмотав от года 2020 лет так 50, и вот тогда не все крутое кино, как на первом, так вот на первом снимали на ленту. Здесь тогда только фильмы были, и снимались они на пленку. Так вот, большая часть пленки отводилась на наших любимых, на наших животных. Это хорошо, когда человек, но животное не заставишь смотреть. У него свои тараканы. И вот вам лучший вариант. Соотношение цена и пленка. 1:1. Я не буду говорить, но с мозгами у этой девочки я не видел ранее ничего подобного. Я как бы с детства живу с ними. И были у меня 6 собак, 10 кошек, хомяк и крыса. Везде и всюду они мне нравятся и нравились. И самое главное – это воспитание. Воспитанное животное – это идеал для всех. Безумно любящее своего хозяина, знающее и наказание, и поощрение. И никогда не продающего душу, и не предающего. Вот так надо воспитывать брата нашего меньшего. Я молюсь постоянно, но молитвы для меньших наших нет. Но зная, как они меня любили, и их имена для меня большая часть, они никогда меня не продавали. Вы для них безумная любовь. Правда, если вы того стоите. И не говоря о идеале, но идеал – это тот, кто в любое время придет на помощь. Да, были вещи и другие, и не всех я хоронил, не всех. Но часть моя теряется с ними. И вот давайте определимся, ваш любимец и почему любимец. Но кто еще в любой момент будет тереться о вас, мурлыкать для вас? Кто еще? Нет таких, а зря. Работая для людей, и не всегда они это ценят. Работая для животных, и вот они это ценят более чем.